Челябинский городской бор станет гуще. Сегодня там высадили 6 тысяч саженцев сосен. В тех местах, где 8 лет назад бушевал крупный пожар. Тогда выгорели 15 гектаров с деревьями и кустарниками. Теперь, по поручению губернатора, бор восстанавливают. Подробности у Ксении Кузнецовой. В Челябинске подключились ко Всероссийскому дню высадки леса. Лесники для посадки выбрали городской бор. Накануне они завершили готовить почву, а сегодня проверили посадочный материал. Это трехлетние саженцы сосен добровольцам, а сегодня это заместитель губернатора Олег Климов. Представители Минэкологии и природоохраны прокуратуры выдали инвентарь и провели инструктаж о том, как правильно высадить дерево. Давайте посмотрим фрагмент. До отказу и вверх, чтобы распрямились корешки. Корневая система не должна загибаться. Если она загнется, она же будет расти и вылезет обратно наружу, саженец погибнет. Затем прижимаем корневую систему, то есть меч сюда на себя. Затем вверх прижимаем поплотнее. Несколько вот таких вот движений, взрыхляющих почву, и притаптываем. 8 лет назад на этой территории бушевал пожар по вине человека, поэтому лесникам пришлось провести санитарную рубку погибших деревьев. А теперь же на этом месте будет высажено более 6 тысяч саженцев сосен на площади в 1,2 гектара. Эти саженцы были закуплены в Чебаркульском лесном питомнике. Осенью они были выкопаны и хранились в ледниках. Таким образом, они остались зелеными и миниатюрными. Кроме того, губернатор Борис Дубровский поручил создать план бора, чтобы наглядно видеть, какие места нуждаются в дополнительной высадке деревьев. К тому же сегодня власти города добиваются того, чтобы данное место признали природным парком. Это будет в первом полугодии 2016 года. Мы документы сейчас готовим. Сейчас это особо охраняемая территория, она тоже имеет статус. Но вот памятник природы, он статус более жесткий, что здесь вообще никаких хозяйственных работ нельзя проводить, нельзя двигаться транспорту. Здесь только отдыхать можно будет. Акция в Челябинском бору продолжится и завтра, и официально будет проходить еще в двух районах, Сосновском и Едкульском. За высаженными саженцами будут продолжать следить. Так по бороздам будут проходить культиваторы и убирать траву кипрей, чтобы она не заслоняла высаженные саженцы. Ксения Кузнецова, Антон Захаревич, ОТВ.